Здравствуйте, с вами канал NameDB. С наступлением лета в жизни овнов возможны кардинальные перемены. Гороскоп для знака Овен на июнь 2021 года предрекает желание полностью изменить жизнь. Вас ждут интересные перспективы в работе, путешествия и смена круга общения. Благоприятными днями будут 1, 8, 13, 15 и 22 июня. А с гороскопом для знака Овен на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. В июне Овнам надоест жизнь в серых красках. Желание добавить яркости и красочности придаст вам уверенности и решительности круто все изменить. Не гоните от себя мысли о переменах. Отправляйтесь навстречу непредсказуемому и увлекательному будущему. Путешествуйте и заводите интересные знакомства. Если давно планировали сменить место работы, то сейчас самое время осуществить эту задумку. Занимайтесь поиском подходящей вакансии и не опаздывайте на собеседование, чтобы не упустить работу мечты. Овнам, мечтающим о своем деле, также стоит активизироваться, чтобы успеть запустить проект в этом месяце. Отдельное внимание стоит уделить правильному оформлению документации. Желание достичь новых побед коснется и сферы творчества. Это реальный шанс вывести свои увлечения на совершенно новый уровень, укрепить авторитет и заручиться поддержкой единомышленников. Работа и карьера. Профессиональный гороскоп для знака Овен на июнь пророчит новые возможности для саморазвития и самообразования. Отличным вариантом обучения могут стать онлайн-курсы. Новые знания непременно пригодятся вам уже в ближайшее время. В этом месяце Овнам не помешает порыться в воспоминаниях, чтобы извлечь из них ценную информацию, необходимую в данный момент. От того, удачным ли окажется это путешествие в прошлое, зависит, насколько далеко удастся продвинуться на пути к желанному повышению. Первый месяц лета идеально подходит для первых шагов в бизнесе. Не исключено, что он будет связан с творческой деятельностью или каким-то хобби Овна. Главное не бояться и активно действовать, чтобы успеть схватить удачу за хвост. Финансы. Денежный гороскоп для Овнов на июнь 2021 года предрекает серьезные трудности и нехватку денежных средств. И всему виной ваше нежелание тратить деньги разумно. Старайтесь избегать бестолковой траты денежных средств. Не пытайтесь тратить больше, чем допустимо. Действуйте четко по плану. И не ленитесь заниматься поисками дополнительных источников дохода. Семья, любовь и отношения. Любовный гороскоп для Овна на июнь 2021 года пророчит настоящую идиллию в супружеских отношениях. Взаимопонимание и взаимоподдержка помогут справиться с любыми разногласиями. Прежде чем принять какое-то важное решение, не забывайте посоветоваться со второй половинкой. В этом месяце мнение избранника может уберечь вас от серьезных ошибок. Единственным камнем преткновения в отношениях останется ваша ревность. Старайтесь держать себя в руках, чтобы не обидеть любимого человека пустыми подозрениями. В начале лета резко возрастет уровень сексуальности свободных овнов. Желание найти подходящего партнера и завязать романтические отношения будет очень сильным. Это подходящее время для ярких и бурных романов. Не упустите шанс насладиться вниманием противоположного пола. Раскованность, уверенность в собственных силах и инициативность помогут вам добиться взаимности в два счета. Здоровье. В первой половине месяца гороскоп на июнь 2021 года предрекает необходимость полноценного и качественного отдыха. Постарайтесь выкроить время хотя бы для кратковременного отпуска. Позаботьтесь об организации активного досуга. Это позволит пополнить запас жизненных сил и энергии. Этот месяц прекрасно подходит для тех, кто стремится избавиться от лишних килограмм. Активно занимайтесь спортом, не пропускайте утренние пробежки, делайте утреннюю гимнастику и продолжайте придерживаться принципов правильного питания. Все это непременно даст желаемые результаты.
Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи.